Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Митра. Митра – индоиранское божество, культ которого проник в Рим во времена республики и распространился по всей империи. Так как культ Митры допускал участие в нем только мужчин, а он был особенно популярен в арамейской среде, религиозные обряды, в том числе инициационные, производились в пещерах или в специально выкопанных подвалах. Считалось, что Митра соперничает с богом Солнца. Однако позже его самого стали отождествлять Солнцем. Изображали Митру обычно вместе с жертвенным быком, которого по преданию он победил, как воплощение зла, созданного Армузном. Из-за своего восточного происхождения культ Митры часто связывался с астрологией. В то же время считалось, что Митра – это спаситель, указывающий людям путь к вечной жизни, и поэтому культ Митры составлял серьезную конкуренцию христианству. Не случайно поэтому день рождения Митры, 25 декабря, стал днем рождения Христа. Впервые в римской литературе о культе Митры упоминает Стаций в первой книге «Фиваиды». Однако греки знали о персидском боге Митре уже по крайней мере со времен Геродота. Подтверждение тому – распространенное имя Митридат. Ну вот так вкратце о Митре, индоиранское божество, культ которого проник в Рим во времена республики и распространился по всей империи. Пока-пока, до свидания.